пары из вас будут драться в нашем новом формате на руках и ногах, быстро раскидаю краткое правило. Бои проходят также на голых кулаках в формате 3 раундов по 2 минуты. Разрешены любые удары руками и ногами, включая пощечины и удары тыльной стороной ладони. Также разрешены удары из клинча плечом и с контролем соперника одной рукой. Подхватывать и держать ногу более 2 секунд запрещено. То есть, если вам наносит какой-то удар ногой, вы можете ее схватить, нанести ответные действия, но всю дорогу ее держать и скакать с человеком по рингу запрещено. Запрещены также любые удары локтями, а также борьба во всех ее проявлениях. Подсечки в том числе. Удары коленями из клинча, а также удары головой в пах также запрещены. Количество нокдаунов не ограничено, бойцу дается 10 секунд, чтобы вернуться в бой. В случае, если поединок проходит всю дистанцию, победителя определяет судейское коллегия. Приветствую всех. Меня зовут Руфат Ахмедов из Оренбурга. Многие, кто уже дрется здесь и рассказывает, как здесь проходят все бои, я тоже хочу показать красивые бои, чтобы о мне тоже знали, что есть такой боец. Всем привет, меня зовут Вадим Часовских, я из города Воронеж, являюсь чемпионом мира Европы по кикбоксингу. Я люблю драться, поэтому я выхожу, у меня появилась новая, скажем так, я увидел новый формат, это Top Dog Rage. Вот, мне поступило предложение, так как я люблю драться, не смог от него отказаться и решил вороться в новом амплуа. Салам алейкум, приветствую всех, я Шариф Шарипов из города Челябинска. Готовился очень хорошо с одним из лучших тай-боксеров Хаял Джаниев, как известно для всех. Ну, готовились вместе, помогал. Вот, посмотрим, ринг покажет все. Я Морозов Владимир из города Орла. Являюсь кандидатом мастера спорта по кикбоксу, первый разряд по боксу. Тут более интереснее, голые кулаки, более нокауты, кровь, адреналин, все такое. Привет, меня зовут Калинин Сергей, я чемпион мира по панкратиону, мастер спорта международного класса по панкратиону, КМС по боксу, мастер спорта по кикбоксингу, бронзовый призер Кубка мира по кикбоксингу, профессиональный боец ММА, выступал в Fight Nights, RCC, UFC. Это очень жесткий вид, так сказать, единоборств, это голые кулаки, каждый удар это может быть нокаут, из-за этого мне нравится. Out, 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 out
Ну, мы все профессионалы. Мы все профессионалы. Всегда есть у любого шанс, да. Парню Морозову большая благодарность. Это, я всегда говорю, выйти на ринг, тем более на голых кулаках, это надо иметь стальные кокушки. Настоящие чемпионы должны были готовы, и несмотря на то, что травма или каких-то еще минусов нет, должны идти до конца вперед. Когда уже заходишь в клетку и уже там все пропадает, уже ты чувствуешь, что ты должен показать, что умеешь, ты должен показать красивый бой. Все готовы, там нету слабых, есть мотивированные, сильнее, кто-то лучше в этот день, но зато другой будет лучше в другой день. Это все философия, это все психология, это все на нас накатывает. Здесь я был лучше, я был мотивирован, потому что мне это нравится, потому что меня позвали, потому что ко мне отношения прямо классно, топ-дог, это круто, и я очень рад. На самом деле не сложно, все понравилось, азарт появился, наоборот, только вперед. Я очень рад, что такие соревнования проводятся.